Окружка, а она главврач клиники Bright Dentist. Сегодняшнее видео я хочу снять для своих докторов и коллег. Возможно, кому-то эта информация будет очень полезна. Она касается современной эндодонтии. А именно, когда у меня встал вопрос, что же выбрать для своих докторов-эндодонтистов в работу клиники, нужно было выбрать какой-то крутой эндомотор. И тут на рынок выходят разные крутые продвинутые фирмы, которые уже на слуху, которые показали себя сквозь года, либо какие-то новые, неизведанные фирмы, и нужно было выбрать одну ту самую, которая в работе будет самой актуальной и в плане цены, и в плане качества, и в плане удобства. А это, скажу я вам, непросто. Итак, я для себя выбрала очень классный эндомотор, я очень довольна искренне, фирма Coxel. C-Smart Mini. Скажу вам честно, когда мы выбирали проводной и беспроводной, он стал чуть дороже, но он реально себя оправдывает. Я вам скажу больше. Для детской стоматологии это вообще must-have, потому что во рту у маленького ребенка, где тебе нужно развернуться, завернуться и пролечить хорошо каналы временных зубов, это вообще очень тяжело. Маленькая удобная головка позволяет вставить нам любые машинные файлы, какие вам нравятся, и с ними работать. И что самое крутое в этой всей конструкции, здесь есть еще встроенный апекс-локатор. Если мы работаем с молочными зубами в стадии стабилизации корней, это вообще идеально, а также мы можем прогнозировать, на какой мы длине, когда мы работаем уже в стадии резорбции, будь то физиологической, либо патологической. Ну а для взрослых пациентов это само собой удобство, и мой эндодонтист просто обожает меня за то, что мы выбрали его, потому что он легкий, он такой, скажем, портативный в работе, он стоит у нас все время на подставочке, заряжается от сети, и то, что здесь есть апекс-локатор, облегчает нашу работу. Хотя у нас в клинике отдельно еще есть апекс-локатор, мы его даже не достаем и не пользуемся. Сейчас я вам покажу, как же он пломбирует каналы. Вот наш рентген. В работе запломбирован благодаря вот этому портативному C-Smart Mini очень крутому эндомотору. Как же он работает? Есть кнопочка включения, а также выбор программ. Вы можете их настраивать также вручную, но есть базовые удобные вам программы под каждый файл, которым вы работаете. Вы нажимаете кнопочку Play и поехала работа. На самом-то деле все очень просто, он удобен, он тоненький, как ручка. Я думаю, что эндодонтисты вашей клиники заценят такую эргономику в работе. Так что, если вы выбираете, ребята, доктора, коллеги, я вам очень искренне советую, вы не ошибетесь в этом выборе. Лично я им довольна. Дальше нас ждут другие покупки. Я надеюсь, мы с этой фирмой еще поработаем.